Друзья, хочу вам показать, у кого грейфер перестал тянуть нормально, или там соскакивает пленка, постоянно петля уходит. Возможно, что у вас грейферный механизм уже требует отладки небольшой. Значит, у меня такая ситуация произошла, постоянно уходит петля. Думаю, что такое? Смотрю, зуб выходит, там два зуба грейферных, выходят не сильно далеко. Уходит, утапливаются хорошо. Что вы снимаете? Здесь ошибиться невозможно, потому что здесь идет такая специальная шайбочка. Она на своем месте здесь сидит. Здесь у нас 4 болта. Я уже сделал, я просто еще раз покажу. На видео не снимал просто. Так, вот эти вот. Снимается этот диск легко и просто, тут он как в пазу, он небольшой имеет, значит, выгиб такой, изгиб такой. Значит, изгибом наружу, не так, а именно вот, вернее, как к нам. Значит, здесь у нас вот здесь такие пластмасочки, они со временем, значит, потеряли свою толщину, и поэтому у нас грейферный механизм стал меньше выходить туда, к пленке. Поэтому я просто взял вот этот вот и загнул немножечко к нам отверткой, сюда его. И этот, соответственно, тоже немножечко сюда подогнул. И проверил по грейферу, чтобы, ну, пленку вставил, проверил, покрутил уже в собранном виде. Вставляется легко. Сначала заводите между этих двух кулачков. Все, и потом. Находим наши. И вон тут штыречек. Все, вот эти вот войлок должен быть понаружи здесь. Ну, тоже к нам, я имею в виду. Значит, проверяете только в собранном состоянии. Тут тоже есть дырка под этот штифтик этот. Поэтому здесь не ошибетесь, ничего страшного здесь не будет. Если даже разбирать. Эта шайба, она у нас получается вместо шплинта работает. Она как типа шплинта такого. Значит, зажимаете, ну, все, конечно, в пределах разумного, имею в виду по усилию. То есть не за лопасти держите, держите за вот это, чтобы не сломать вот эти лопасти. Все проверяем. И проверяем одновременно. Значит, в фильмовом канале обязательно, чтобы у нас зубы ушли за
чтобы они полностью утопились, а потом полностью вылезли. Вставляете пленку, проверяете с пленкой. Если все идет хорошо, значит, все, собираете, разбираете снова эту, потому что нужно защитный такой экранчик сунуть. Кожухом таким у нас защитным. На четырех маленьких болтиках. Все без усилий, потому что везде алюминий. Я к этому грейферу не знал, как подобраться. Думал, ну как уже, получается, тут двигатель мешал. Со шплинта его пытался снять. В общем, вот эти вот, начал выкручивать вот эти болты. Вот этот, вот этот. Этот даже не видел, он там спрятан был. Так что я бы не смог раскрутить. Ну, хорошо, что не сделал этого. Перевернул. Значит, кинопроектор, и там под низом увидел, что он, оказывается, как на платформе, все собираются из частей. Значит, нужно покрутить. Но я не знаю, как проверочный или как. Чтобы совпали у нас прорези. И после этого мы закручиваем болт до конца. Все, проверяем, чтобы шло. Все, грейферные зубья уходят полностью и выходит хорошо. Так вот, он состоит из этих блоков просто. Я все зря разбирал, конечно. Сейчас соберу пока. Держится все у нас на вот этой стороне, как оказалось. Вот. Эти вот болты 4 держат эту часть. Ну, может больше, может под это еще там есть. Тоже выкручивал. Не нужно было это делать. Значит, провод здесь есть такая выемка для провода. Вложить ее в эту выемку-то надо. На вот этой станине как раз. Как в автомобилях говорят, делаем свадьбу. При сборке автомобиля, да? Мы делаем свадьбу. Первый пошел. Вот это все раскручивать не нужно. Не повторяйте мою ошибку.
что здесь я проверил, что у меня проводок зажат. На всякий случай проверил, смотрю, да, зажат. Здесь надо отпустить и оттолкнуть его в ямку. Там есть для него специальное место для провода. Хорошо, уже вспомнил. Он уже передавился даже чуть-чуть. Изоляция хорошо, что не нарушилась. Вот за время просмотра той же самой кинопленки, которая мне проскакивала, все прошло нормально, даже на стыках, на склейках скотчем и склейках клеем, везде прошла пленка нормально, без ухода петли и все такое. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, кто не подписался, ставьте лайки, пожалуйста, и встретимся в следующий раз. До свидания!